Або ж не з грому, а постаралися партизани. Таку версію ще й висунув радник президента України Олексій Арестович, натякнувши на дві версії вибухів у Криму. Перша – це дійсно удар був завданий українською зброєю, а друга версія – працювали українські партизани. Пока союзники нам там тянут для оружия, которое там бьет на 300 километров, uh-huh. Украинский ВПК тоже не стоит на месте, как вариант. То есть ты считаешь, как вариант? Это как вариант. Или второй, например, вариант, это когда партизаны работают, например. Ну, такое возможно, там больше похоже взрывы такие, что я не знаю, что надо было взорвать, чтобы это вот так все. Партизаны договорились с прапорщиком, прапорщик занес устройство, положил возле бомбы и дальше пошло-поехал. А вот так, да? Да, ну как вариант. Ну, если чтобы единственный погибший, возможно. Единственный погибший. Я думаю, что там присочиняют, но разберемся.